А ну-ка, 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 рассказывай все. И дальше что? Ну почему не могу позволить себе немножечко излишеств? Я хочу плантацию кофе. Я хочу кофе. Я очень хочу кофе. Замуж хочу, понимаешь? Я захотел стать отцом вашего ребенка. Что-то у меня внезапно пересохло во рту. Логично. Видно, твоя жена не перед тем ноги раздвинула. Это было нечестно. Спать. О, мне. Какая пошлость. Секс любят все. Да. Все эти глазки. Залющие. Привет, красотка. Улыбки и флирт. Я не могу. Я разучилась. А тогда зачем все это? Цену себе набивает. Жанна! Щит. Ты противница секса? Я не знаю, я вес брось не могу, а вы про секс. Уйдем, пока он не понял. Пить или не пить? И не надо так на меня смотреть. Что-то мне это напоминает. Это большая куча проблем. Скажите тоже. Ты хочешь сказать, что все пахнет кофе? Да? Слушай, ну пошел. Красотка, кстати, а поехали ко мне, а? Какие необычные позы. Что еще от вас ожидать? Обо мне уже доложили Путину. Путин их всех порвет. Ты помнишь, как Кул порвал хромого марокканца? Секс, кофе, сигареты. Попробуй в кино с 20 ноября.